Районного акима и чиновников городского акимата оштрафовали на 2,5 миллиона тенге. Прокуратурой Шымкента выявлены факты нарушения при госзакупках. Так, государственные учреждения не соизволили принять меры в отношении недобросовестных поставщиков. В акте прокурорского надзора 7 должностных лиц, в их числе как действующие руководители, так и бывшие. По акту прокурорского надзора Департаментом внутреннего государственного аудита в отношении 7 должностных лиц, в том числе акима Енбекшинского района, начальника управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, бывшего начальника управления строительства, бывшего руководителя городского драматического театра составлены 47 протоколов об административных правонарушениях по части нарушения законодательства о государственных закупках. Взысканы штрафы в доход государства на сумму 2 595 тысяч 600 тенге. Кроме того, вынесен акт надзора по включению 30 поставщиков в реестр недобросовестных участников государственных закупок.